Камера, мотор, запись пошла. Мы сейчас в Латгалии находимся, недалеко от местечка Балтинава. Это прям, можно сказать, на границе с Российской Федерацией. Выехали сегодня из Риги и загрузили торф. Торф повезем на Германию. Две у нас выгрузки будет где-то возле Берлина и возле Кёльна где-то. Вес у нас сейчас 24,2 показывает, 9,7 на ведущую. Идем вот по латгальским автобанам, по грунтовым дорогам. Такой из интересных моментов, которые вот меня ждут. После этого рейса буду делать салон Golden Bird Custom. Есть такая компания, ребята такие в Риге, которые занимаются тюнингом грузовиков. Пару дней назад ездил к ним в гости, смотрел их гараж, смотрел проект Scania, они офигительно крутую делают для выставок. Сиденья кожаные у меня станут, полы они сделают хорошие, руль, ручки тоже кожей обтянут. На фирме появилась вторая машина, и вторая машина уже один рейсик сделала, коротенький, в Германию и обратно. Так что, возможно, она скоро появится тоже на Ютубе. Тачка, в принципе, которая вторая наша, она, ну, практически близнец этой машины. Вот в этом рейсе еще буду в Германии ставить другую шторку, новенькую. Какая она будет, вы уже увидите потом. Обувь снимайте на ступеньках и сюда. Ну, здорово, сына. Привет, здорово. Здорово, сына. Ну, привет. Здрасте. Не, блин. Здорово, сына. Скажи, что тут за шайку собрал? Мы просто проезжали, да, вот как раз по той же дороге, где мои дети живут. Мы решили, почему бы не навестить их. Давно хотели залезть в кабину большого грузовика. Для этого кекса мечта исполнилась. Мы вообще давно мечтал в трак-симулятор играть. Привет, подписчики. WhatsApp подписчики. Здесь этот контроль, как он называется? Адаптивное ездит. Дистанцию держит. Сендер продает, да, логистику? Ну, да. Приложуха она такая скачивается. Просто заказы видишь. Да, у них 14 тысяч грузовиков подключено, вот типа как я. Да, смешанные испытываю чувства, потому что решили все-таки немножко похулиганить и проехать через Даугавпилс. Сколько я говорил в роликах о том, что я с этого города, ни разу этот город мы не показали, не показывали. Здесь хотя бы так чуть-чуть совсем мы проезжаем через мой родной город. Здесь та же река течет, которая течет в Риге, Даугава. В России она называется Западной Двиной, в Беларуси, по-моему, просто Двина. Справа у нас Даугава, слева центр города. Там прикольный скейт-парк сделан, велопарк такой. Первый, кстати, в Латвии, по-моему, такой, который был сделан. Но для меня очень такой сейчас знаковый момент. Я, в принципе, подепился на грузовике ни разу в жизни-то и не ездил. Все впервые происходит. Даугавпилс университета, Венебас мост, мост единства. И когда-то, очень давно, когда этого моста не было, тот район, который находится на другом берегу реки, был отдельным городом. И только когда построили этот мост, его присоединили к Даугавпилсу. Вот Саулу школу, кстати, проезжаем. Художественная школа, кстати, очень сильная школа такая. Тут очень матерые дизайнеры. Вот меня сейчас вопрос интересует. Заверну я здесь направо? Сейчас расширили кольцо. Специально под мой приезд? А я уже думал, типа, круг по кольцу делать. А тут, смотри, кольцо расширили, знали, что я поеду. Наверное, специально под меня это все замутили. Смотри, хорошая примета. Да. Грузовик навстречу идет. Марина нас сопровождает и дает эту возможность сделать кадры под Эпилсу внешне. Марина, привет тебе. Скажи нам что-нибудь. Да. Подмигнула правым глазиком. А вот это район Грива, это мой район, я здесь провел полдетства. Да, Андрюха на этом районе жил. Грива называется. Я-то сам новостройки, новостройский. Учился в 10-й школе Даугавпилской. Вон моя школа, 6-я. Здесь я получил образование 7 классов. О, высшее? Да. Высших 7 классов здесь высших Андрюха закончил. К
где тут встать можно, чтобы дороги пойти купить? Такой стоит охранник. Мы въезжаем в Литву. В Литве дороги платные. Надо покупать так называемую евровиньетку, литовскую виньетку. Онлайн у меня почему-то не получилось это сделать. Придется, короче, здесь как-то остановиться на таком очень красивом паркинге и пойти купить дороги литовские. И такой план — дойти до Утян, либо дойти до Упруга. Там более-менее еще безопасно, на такой тут заправке в самом городе можно постоять. Хотя вообще в Литве я не люблю оставаться на ночь и стараюсь там по возможности этого не делать. Но вот эти вот километры, которые сейчас получится пройти, очень много сыграют нам на протяжении маршрута нашего. Они просто позволят сделать немножко больше дел всяких, связанных там с выгрузками, загрузками. Знака, короче, нету. Значит, мы ничего не нарушили точно. Туалет вот рядом. До Утян мы дошли. Я мог еще дальше немножко ехать, но я не захотел этого делать, потому что здесь такой паркинг для легковых при большом супермаркете, в который мы сейчас пойдем подзакупимся. Ценник, кстати, в этом магазине ниже, чем в Латвии. И что-то я как-то устал. Такая какая-то тяжелая дорога. Вот до Балви еще как-то нормально. До Балви легкий ехал до загрузки. А сейчас уже груженный с торфом. И такая дорога. Тут кольца, кольца всякие. Газ-тормоз. 29,4 сейчас расход. И реально до Каунаса скинуть вообще ничего не получится. Поэтому так, да, подустал что-то я сегодня. Вот такой у нас список. Надо все это закупить. Осталось полчаса. Магазин в Литве. Пашу не пустили, потому что здесь только по QR-кодам, если ты привит, вакцинирован или у тебя есть тест. Заставка была очень быстрая, магазин закрывался, поэтому не удалось все показать подробно. Но купили все необходимое. Пельмени, блины, молоко, мюсли, хлеб, батон, сметану и все остальное. В принципе, можно такой небольшой итог подвести. Когда я с прошлого рейса вернулся, было, так сказать, первый такой юбилей, если это юбилеем можно назвать, месяц. За месяц у меня получилось проехать 13 200 километров, что, в принципе, является хорошим таким результатом. Ну, потому что заработок начинается после 11 000 километров. На 11 000 километрах, грубо, ты работаешь просто, ну, чтобы зарплату себе сделать, водительскую, заплатить лизинги и погасить все расходы, там, если остается что-то, там вообще минимально. А когда уже ты перешагиваешь планку и больше, 12-13 делаешь, то там уже у тебя что-то получается заработать. Многим показалось, что я так все быстро, легко сделал, но реально в начале мая 2021 года мы договорились о том, что мы попробуем организовать фирму транспортную и попробуем вообще что-то сделать. И теперь представьте, вот где май и где 7 октября. 7 октября – это та дата, когда только удалось выехать в первый рейс. Вот до этого полгода, ну, 5 полных месяцев, все уходило на то, чтобы это все стало правдой, там, чтобы открыть фирму. Потому что когда открывали фирму, у нас там были определенные договоренности, потому что изначально мы не планировали, что будем покупать машину. Мы договорились о том, что мы возьмем сцепку в аренду, и голову, и тягач.
и под это подстраивались. И когда пришло уже время, у нас уже была на руках лицензия на коммерческие перевозки внутри Евросоюза. Мы пришли, как бы говорить, у нас все окей, давайте нам машину, прицеп в аренду. И нам просто-напросто отказали. И не потому, что мы там что-то не так сделали, а просто ребятам, которые занимаются этим, невыгодно оказалось на тот момент сдавать технику нам в аренду. Потому что спрос на бэушную технику очень сильно возрос, и цена тоже сейчас очень сильно пошла вверх. Нам пришлось там перекручиваться, перестраиваться, там находить какие-то способы. Получилось договориться с Volvo и взять то, что мы взяли. Потому что изначально тоже, когда мы пришли в Volvo, мы пришли тоже с вопросом о покупке тягача одного. Потому что прицеп вроде как нам обещали дать в аренду там в другом еще месте. И тоже в последний момент отказали. Техники нету. Поэтому так, достаточно все было очень стрессово. Помимо того, что это большой стресс, так это еще и расходик был постоянный. Проверили поляки нас на сканере. Ну, ничего криминального не нашли, отпустили. Но все равно 9 минут потратили. Я-то не похвастался, у меня-то уже коробочка есть. Дековой бокс там на оплату многих стран. И вот она работает по Польше. В Латвии и Литве она как бы не работала. Ну, там потому что винетка, посуточная оплата. Здесь уже через GPS. Если говорить вот про там расходы какие-то, то на вот этот километраж, который я прошел за прошлый месяц, почти 1500, там 1400 с копейками евро ушло на оплаты дорог. Где-то 4000 евро ушло у нас на топливо. Цены сейчас все с налогами, говорю. От Blue для нас, ну, точно Франция невыгодна. Для нас самая выгодная цена в Латвии, в Кросчеме, у наших партнеров. Ставка за километр я, наверное, не буду озвучивать. Это пусть останется нашей коммерческой тайной. Она, не скажу, что там слишком большая или там слишком низкая, такая средняя. Если говорить про работу, то работу беру я через Sender. И сел я конкретно на проект, на чартер. То есть они меня планируют как свою машину сейчас. Ну, и в рамках как бы вот наших с ними договоренности, они мне оплачивают весь пробег. Пустой, груженный, по одной ставке. Единственное, что на сегодняшний день, если подытоживать там предыдущий месяц, то разница в километрах, которые они засчитали, и которые у меня в реальности получилось, у меня получается 400 неоплаченных ими километров пробега. 100-150 километров – это точно там один из моего косяка. Там в предыдущих видосах было, где там не на тот сосновец поехал, но остальные километры сейчас пытаемся определить, как они образовались и куда делись. По поводу оплаты, у меня оплата достаточно быстрая, с ребятами из Sender можно договориться там за какой-то процент на третий день после выгрузки. Вернее, не после выгрузки, а после того, как ты в приложение CMR-ку загрузишь, тебе уже там деньги зачисляются. Ну, к нам реально где-то на пятый день приходят. Плюс карточку ДКВ, и сейчас уже я получил бокс ДКВ на оплату дорог, тоже заказывали через Sender. Реально получается интересная штука, так как мы маленький перевозчик на данный момент, ну вот прямо сейчас вот одна машина, но уже поехала вторая машина наша. Вторая машина пока останется за кадром, так как мы такие вот еще маленькие, выгоднее условия от ДКВ нам предоставил Sender. То есть у нас реально сейчас на некоторых заправках по Европе очень большие скидки. По 10 центов, по 12 даже где-то центов есть скидки. Как минимум за это спасибо. И плюс то, что прошлый месяц удовлетворительно прошел, несмотря на то, что были задержки у меня с получением карточки ДКВшной. И коробку реально месяц дали по оплатам дорог. И с этой коробкой дороги будут дешевле, чем когда просто платишь карточкой. На загрузку по грунтовке пришлось километров 10, и потом после загрузки тоже там 10 каких 15 километров по грунтовке ехать. Был дождь, слякоть, каша такая, грязь. И когда уже подъезжали к Литве, выбило ошибку типа АБС-а. Я думал, может, там кабель плохо подключен. Вечером залез его, переподсоединил. Ну и какой-то там часик еще по Литве без ошибки проехали. А сегодня утром, когда после отстоя в Литве стартовали, эту ошибку выбило опять. И из-за того, что ошибка была АБС, сразу как бы перестал работать круиз.
получается, всю Литву прошел на ноге, без ИБСа. Со стороны Даугавпилса до Каунаса дорога такая. Постоянно населенки, лежачие полицейские на въезде и на выезде. Газ, тормоз, вес тяжелый. В общем, на въезде в Польшу у меня был 31 литр по компьютеру расход. Сейчас вот пока по банчикам польским идем, уже 32, то есть 800 грамм. Отбить удалось. До Германии, я думаю, мы еще там немножко поскинем. 14 палет мы на первом месте в Берлине выгружаем. В общем, я думаю, что до Кёльна мы тоже скинем. Спалось, кстати, в Литве хорошо. Потом покажу, почему, когда станем на отстой. У меня маленький гаджет появился благодаря жене моей. Все, 16:15 по местному времени, день наш сегодня закончился. Две большие пробки на двойке, и в Варшаве была очень жесткая пробка. Из-за этого планы мои по звезде пошли. Звезды не сошлись, короче. Будем спать, просыпаться будем рано. Я, кстати, говорил про вот штуку такую бонусную, за которую спал я хорошо. Это, короче, увлажнитель воздуха. Единственный у него недостаток, что он работает от сети. Это я пауэрбанк использую для него питания. Туда наливается водичка, еще масла мне жена дала. Такие какие-то типа полезные, какие-то антибактериальные. И вот так вот. Печка просто сухая, воздух сушит, рот пересыхает. В общем, спали сегодня с этой штукой, и как бы сушняка не было от печки. Было все красивенько и прекрасно. Она еще тут светится, ну как, видишь, как светится. Ну, понюхайте там, маслами благоухает. Ах, красота. Пам-пам, траля-ля. Так что, 4:21 у меня. К сожалению, до 24-го километра дотянуть не получилось. Зато здесь на 3/4 съезде тоже есть паркинг, который, в принципе, те же ребята сделали, которые на 24-м километре. Тоже душ есть, тоже какой-то магаз. Я, правда, так не особо часто на нем бывал. Надо будет мне баллончик газовый купить, помыться в душе обязательно. И что-то опять ошибку с АБСом машины выбило. Надо будет перезагрузить систему вольвовскую. Вчера, потому что полдня отработало все как бы идеально, а сейчас опять какой-то косяк выскочил. Да. 9:20 по Латвии, 8:20 по местному. 162 километра нам остается до первой нашей разгрузки. Сделаем сейчас паузу, наверное, получится подольше, чем 45 минут, потому что надо и помыться, еще и позавтракать. Потому что рано день начинали, когда рано так день начинаю, обычно на завтрак уходит только чашка кофе. Но сейчас уже организм говорит, слышь, покорми меня. Многим, кстати, этот паркинг нравится больше, чем на 24-м километре, потому что он тут свежее, поновее. Ого, какая очередь на заправку стоит, жесть. Тут, наверное, тоже цена хорошая на топливо, потому что, смотри, очередь какая. Куда-то, наверное, туда станем. На одном из паркингов автовоз горел, прям так полыхал вообще конкретно. Кто-то не успел за камеру схватиться. Ладно, банные принадлежности все собирать надо. Thank you.
Ты быстрее, чем я, помылся? Ты долго тренировался, да? Или по целому долбанем и все? Надолго хватит. Надолго. Плацик два раза. Номер 9. Короче, мы погорячились. На такую скромную порцию. Чисто детскую. Такая вот. Ну, это типа картофельный блин с мясом. Обычно вкусно. О, свеженький совсем. Не подогретый, хрустящий. Приятного аппетита. Давай, тебе тоже. Размеры? Это для котенка, которого желудок не больше наперстка. Ну, шампунь еще для шелковистых волос. Давай возьмем Sport Refresh. Две таких, да? И солянка. А, можно Гулешова еще взять. Гулешова тоже хороший суп. Ну, или он нормальный будет. Батончик шоколадный. А, вот Кит-Кат в самый раз будет. Тебе брать? Все, идем. Полтора часа по итогу здесь вот провели. Плотно, вкусно поели. Продолжаем путь дальше. До Германии километров 30, наверное, осталось. И до адреса 162 километра. Ну, это типа часа два там. Ну, конечно, будет зависеть от того, как по Германии. Сейчас по 12-му бану пойдем. По бану, который вечно в ремонтах. Обычно здесь я на бан не выезжал. И сейчас самое главное не уехать в сторону Познани, а уехать в сторону Германии. Потому что отсюда обычно выходишь уже, знаешь, в сторону дома, когда идешь. Какой-то спальный район, на выгрузку едем. 6 километров стресса сейчас будет. Вот этот пи***ц навстречу едет. Смотри, пожалуйста, столб я не вижу. Ветки еще интересуют. Ну это капец, это что ж ты так ведешь меня? Навигация-то, а? Не-не-не, назад по любасу надо будет смотреть другой какой-то маршрут. Говорит, сюда налево.
14 pallets, yeah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нравятся такие въезды? Да, места много, все с запасом, совсем без стресса. Так, чисто на изи, как в туалет сходить. Еще так сейчас на изи также еще выезжать придется. Одно успокаивает, раз сюда заехали, но выехать тоже как-то сможем.